В Люберцах работает предприятие по разработке и производству тактического снаряжения. Компания выпускает более 80 видов изделий, необходимых для удобства и спасения жизни военнослужащих. Тему продолжит Луиза Егиазарян. От рюкзаков и сумок до бронежилетов и разгрузочных систем пулеметчика. На этом небольшом производстве создают все необходимое для тех, кто несет военную службу и работает в силовых структурах. Компания начала делать первые шаги в Люберцах в 2009 году. Сегодня она надежный партнер многих крупных организаций. Мы работаем со всеми силовыми ведомствами России. Это Министерство обороны, силы спецоперации, ЦСН, ФСБ и с частными организациями. Сейчас, соответственно, мы работаем в том числе с всякими волонтерами, с добровольческими отрядами там и так далее. С начала специальной военной операции объемы производства выросли в 4 раза. Чтобы справиться с нагрузкой, предприятие перешло на круглосуточный режим работы и увеличило штат сотрудников. Все, что зависит от нас, это абсолютно однозначно всегда будет поддержка, всегда будет настроено продвижение. Поэтому я желаю и руководству, и коллективу двигаться вперед и всегда, конечно же, расти в своем профессиональном плане. Весь процесс создания изделий происходит на этом предприятии. В 2014 году компания начала работу по импортозамещению тканей и комплектующих, которые используют при пошиве тактического снаряжения, преимущественно российского производства. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.